Каждого 10-го из 1000 проверенных полицией в Апраксином дворе увезли в отдел. Все получили протоколы за нарушение миграционного законодательства. Самых злостных выдворят из России. Например, тех, у кого документы подделаны. Такой вот итог рейда на старейшем вещевом рынке Санкт-Петербурга. Кроме того, полицейские нашли 2 склада с контрафактными сигаретами. Изъяли на 7 миллионов. Собираются уголовное дело возбудить. Проводятся плановые оперативно-профилактические мероприятия на территории Центрального района города Санкт-Петербурга. В ходе указанных мероприятий установлен ряд иностранных граждан, допустивших нарушение миграционного законодательства.